Авторская программа писателя Виктора Ерофеева «Заговор классиков». Слушайте на радио «Голос Берлина» два раза в месяц по субботам в 18 часов, повторы в воскресенье в 11 утра и в среду в 20 часов. Здравствуйте, дорогие друзья, это программа «Заговор классиков». Меня зовут Катя Ерофеева. Со мной в студии сегодня Дмитрий Драгилев, поэт, музыкант, руководитель писательской организации. И Виктор Ерофеев, тихий классик всея Руси и не только. Скажи нам, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день или добрый вечер. Сегодня мы поговорим о очень интересной фигуре русской литературы. Этот автор то появлялся, то исчезал из учебников русской литературы. Его то знают, то не знают. Его ставили в один ряд с Пушкиным, и даже сам Пушкин, в общем-то, был готов его сравнить с собой. И даже они вместе издавались в одном сборнике. Даже так фамилия что по-разному пишется. То так, то эдак. Да, да, все так заинтриговали. Сегодня мы будем говорить о Евгении Баратынском. Но мы его будем называть через «А», как полагается сейчас. Ну, все-таки, да, возможно, и так, и Боротынский, и Баратынский. Это и при жизни тоже так было. Я зачитаю текст, который ты написал, очень хороший. «Поэт, двойной агент земных и небесных тайн, дворянин, страдалец, жертва судьбы, случайный воришка в юности и в наказание на долгие годы солдат, скрывающийся от публичной жизни мудрец-невидимка, разоблачающий иллюзии мыслей и чувств, ждущий читателей в последующих поколениях, рачительный хозяин, противник деспотии, страстная любовь к морю, как любовь к свободе. Он умер в 44 года в Неаполе при загадочных обстоятельствах». Да, я бы назвал эту передачу «Солдат во фраке», потому что, с одной стороны, он действительно на долгие годы был вынужден стать солдатом, а с другой стороны, все-таки как дворянин и известные фамилии, и вообще уважение к предкам, он имел возможность по-солдатски не только существовать, но еще и носить фрак. То есть он уезжал со своей службы во фраке, потом возвращался, одевался в солдат. Ну, на самом деле, я хочу вторгнуться, что на галеры он сослал себя в каком-то смысле сам. То есть, конечно, это было личное, разумеется, все-таки его решение. Конечно. Да, но ему было 16 лет, и он сослал себя именно на галеры, потому что безобразничал вместе с другими учениками пажского корпуса. И в 16 лет он со своим приятелем стащил в чужом доме золотую табакерку и 500 рублей денег. Это огромные деньги были по тем временам. Нет, ну, у них была целая шайка-лейка, сборище чердачное, они мстителями себя провозгласили. Это были первые мстители. Это были первые мстители, да. Да-да-да, неуловимые. А потом он взял все на себя. Да, а потом его поймали, а уже деньги потрачены были, куда они исчезли, непонятно. И скандал дошел до императора Александра I, и тот повелел отправить Баратынского в солдаты. А через какое-то время он увидел его стоящего в охране дворца. Знаменитое «Послужи». Да, и похлопал его по плечу и сказал: «Послужи». Вот. Но он не служил во дворце, а был отправлен в Финляндию. И Финляндия открылась для него не только как страна и знания, но как и страна призвания. А он вдруг увидел что-то такое в ней, что такое мистическое, что такое трагическое, и в то же время поэтическое, что
в общем, наверное, настроила его на всю жизнь. Ну, напомню, что это не была свободная Финляндия, в которую он был отправлен. Да? Но это была уже русско-финская война закончена. Да. Но она и была, там, в общем-то... русско-шведская. Да, русско-шведская. В пользу России. Но Финляндия сохранила достаточно большую автономию, прямо скажем так. Ну, конечно, все-таки попала под Россию. И Баратынский это знал, и свое... Ранней поэме Эда, не скрывая, писал о том, что финны не очень любят завоевателей. Но тем не менее эта любовь к морю, это любовь к природе, к горам, к валунам этим огромным, которые разбросаны по земле неизвестными великанами, чудовищами. Это все прошло через его жизнь, и, может быть, в этом смысле, как это нередко бывает с поэтами, плохое превратилось в хорошее, хорошее в плохое. Но я еще хочу сказать, и это тоже для меня очень важно, что Баратынский не просто поэт. Он такой сигнал, он пароль. С помощью этого пароля общаются люди, разделяющие его мировоззрение. Вот тут очень, Дим, важно заметить, что мера вещей в его мире является не человек, как обычно, так сказать, полагается быть в литературе, а вселенская тайна. Она непознаваемая, но ее можно почувствовать интуицией и с помощью таланта. То есть получается, что Баратынский поэт для избранных талантов. А что касается тайны, то она многолика. Она кажется сама по себе сумрачной, но вдруг она окрашивается какими-то солнечными лучами, освещается и становится ясной. И вот здесь вот вернемся опять к погоде в Финляндии, где Баратынский пробыл много лет. В общем, короче говоря, тайна имеет вид его музы, а у музы лицо... отличается знаменитым этим выражением, не общим выражением. Ну, я опять же вторгнусь, коль скоро. Мы должны также понимать, что все-таки это эпоха романтизма, так или иначе, это совпало. Но не бывает случайности. Нет в этом мире случайностей. И вот так должно это было... Это ваш стейтмент, как можно сказать. Хорошо. Ну, в любом... Ну, я придерживаюсь такой точки зрения. И... Фаталист у нас в студии. Может быть. Так вот, то есть всему есть какое-то, так сказать, предназначение, наверное, свыше. Так или иначе, вот должно было, видимо, это случиться. И вот, да, вот та самая очень романтичная, да, и дуализм, который мы у него наблюдаем, и вот судьба, и изгнание, и что-то сугубо байроновское, опять же, в этом есть. Да. И надо сказать, что как позже Пастернака, у Баратынского тоже мелькает мысль о том, какое милое у нас тысячелетие на дворе. На дворе, да. И это вызов, как вот мне кажется, такому политическому мелкотравью. Он общался с людьми, которые горели желанием перевернуть режим в России, сделать его демократическим и так далее. Но он одновременно понимал, что это все может быть политически и необходимо, но как это реально сделать? Что с этого получится? В это он не очень верил и отошел от декабристов. Но с другой стороны, он, в отличие от Пушкина, Дим, он, в отличие от Пушкина, после декабрьского восстания не служил в каких-то местах, связанных с дворцом, с крупной властью. В отличие, повторяю, от Пушкина, который получил статус, значит, придворного, да. Камер-юнкер. Ну, насколько я помню, нашел себе какое-то такое конторское. Ну, это тело, потом, мелкое. И это уже это Москва. Нет, ну, контора. В Москве, да? И он вообще там состоял в самом низшем чине, 14-й чин. Ну, ему и было сложно, да. Безусловно. Я еще хочу тут сказать, перед тем, как мы начнем
знаешь, вопросы и цитаты, что он описывает удивительно интересного человека как создание скупых богов, которые что-то нам не додали. То есть у нас есть возможность что-то понять, но они не расщедрились настолько, чтобы мы получили объяснение жизни. И вот мы уже прямо здесь, в студии, с вами спорим, есть случайность или нет. Ведь если бы боги были щедрые, они бы нам сказали сразу бы, вот прямо здесь. Дима прав, случайности нет. Вот. И кроме того, это тоже поразительно, он очень смело говорит о том, что человек – это недоносок духа. То есть, значит, опять-таки, мы понимаем, что если недоносок, то при каких-то условиях, он при хорошей погоде, условно говоря, он может расцветать, но при плохой он может погибнуть, сгнить. В общем, вот такая вот интересная у него это позиция. Это определение замечательное, просто замечательное. Недоносок духа. Да, недоносок. Он вообще поразительное на определение. И он таким образом, в общем, получается вот посланцем этих скупых богов, также их лирическим рупором. Он как бы восстает против этой скупости, но одновременно как бы ее отражает. И поэтому вот здесь тоже очень важно. Вот здесь он идет против какой-то основной линии вообще мировой поэзии, что важен не человек вообще, а его доля. То, что французы называют «condition humain», то есть, в общем-то, экзистенциальный подход к литературе. Но с другой стороны, вот, Катя, ты знаешь, вот любопытно, что я встречал в своей жизни много снобов, которые любили Баратынского. То есть, он такая загадка, он такой как бы, да, вот это такой пароль, значит, вот и для тех, которые что-то понимают насчет недоносков и насчет скупых богов, и для тех, которые вот считают, что у них есть какая-то собственная тайна, и поговорить не с кем, кроме как с Баратынским. И такие снобы попадаются. Ну, на самом деле, работали Баратынские для того, чтобы вот вальсировать на этой грани, быть мистиком и одновременно предметом гордости для снобов, сказать трудно. Но я думаю, что этот вопрос мы, как недоноски духа, решить сразу не сможем. Однако... Мы начнем с вопроса. Ну да, если... Да, конечно, пароль, безусловно, если тебе говорят, цитируют, не искушай меня без нужды, а человек в ответ, Некрасов? То, конечно, ты понимаешь, что да. Ну, дальше. Человек в ответ может сказать Глинка сразу. Да. То, что поется, запоминается. В ответ он скажет, не искусай меня. Не искусай, да, опять же. Ну, кстати, это ведь... Пушкинская. Пушкин. Не все знают, что Пушкин... Пушкин нарисовал. Нарисовал. И написал. Да. Не искусай. Не искусай. Не искусай меня без нужды. Ну что, может быть, мы процитируем это? Мы процитируем, да. Но согласись со мной, что это действительно визитная карточка Баратынского. Ну да, это уже знают даже те, кто в школьной программе не смог. Ну что ж, тогда, Дим, будьте добры. Романс так и петь, быть. Не будем, петь не будем, но, да, но не прочитаем будем. Обязательно. «Не искушай меня без нужды возвратом нежности твоей. Разочарованному чужды все обольщения прежних дней. Уж я не верю уверениям, уж я не верую в любовь и не могу предаться вновь раз изменившим сновидениям. Слепой тоски моей не множь, не заводи о прежнем слово и друг заботливый. Больного в его дремоте не тревожь. Я сплю, мне сладко усыпленье, забудь бывалые мечты, в душе моей одно волненье, а не любовь пробудешь ты». Ну, что можно сказать? Стихотворение, конечно, просто как будто вот пришло с неба. И про любовь, и про ситуацию человека, который находится в таком постлюбовном
Бытие, это, конечно, удивительно. Ну, здесь целый роман написан. Тут все просматривается очень все хорошо, да. И что интересно, у этого же стихотворения есть некий, ну, условный клон. Конечно, не клон, то есть были какие-то дубли дальнейшие. Да. Это «Не пробуждая воспоминаний». Да? То есть, как там было, не возбудишь былых желаний. То есть, фактически такая калька, да? И причем автор неизвестен, НН. Тоже романс Булахов, уже не Глинка, уже другая, немножко другой уровень. Да, вот так вот. Ну что, мы, наверное, тогда подумаем о том, кто же в жизни был Буратинский, да, Катя? А, да, мы с тобой, наверное, вернемся к биографии. Кстати, знаешь, я вот сейчас подумала, когда мы говорили о судьбе, я так подумала, что, наверное, поэту XIX века ничего и не оставалось, иначе как жить сообразно судьбе. И вообще в то время приходилось жить в соответствии с судьбой. У него был некий шанс все-таки, так сказать, там были крепостные души, вот, и, так сказать, удалиться сразу в имение и не поступить на службу, но он совершенно добровольно на это пошел. Вот. Он был таким любителем хозяйства, потом хозяйственник такой, и вообще интересно. Рачительный хозяин. Да, рачительный. Интересно, что с одной стороны такой мистический, окрашенное творчество. И практически какие-то... Да, девять детей. Жена красивая. Ну, не девять детей, там, на самом деле, не все же выжили, к сожалению. Ну, я говорю, в общем-то, кстати, да, было девять детей. То есть, несколько погибли, по-моему, шесть. По-моему, четыре. Ну, в общем, короче говоря, много. Точно одна дочка, Екатерина, Катя, умерла. По-женски вот как раз об этом. Умерла в возрасте один годик. Вот смотри. Там сразу сын родился. Вот смотри, интересно, что мы когда ехали сюда на передачу, Катя вспомнила, что был один человек, который вместе с Пушкиным Боротынского считал прыщом русской литературы. Обидно так. И сейчас ты вот думаешь... А кто же это мог быть? Я подумал, что... Уже не Белинский одного... ли? Вот нет, нет. Казалось бы, Белинский тоже не оскорблял, об этом мы чуть попозже. А на самом деле это был философ Надеждин, Николай Иванович Надеждин. Крупный такой чиновник от философии, который вот обиделся на них, на двоих, просто, наверное, из простой человеческой зависти. Возможно, а возможно, из каких-то философских тоже соображений. Бужди. Но и надо иметь в виду, он мог замахнуться, был статский советник. Мы с тобой тоже по дороге рассуждали, что чтобы Боротынскому дослужиться до статского советника, понадобилось бы лет 30, учитывая его такое грандиозное падение. Ну, опять же, удар судьбы, да? Удар судьбы, который он принял. Сам ударил по судьбе. Да, сам ударил по судьбе. Да, так или иначе. 16 лет было. 16 лет думать надо было. Нет, 16 лет уже в университеты поступали. Да, вообще жизнь была коротка. Жизнь была коротка, я имею в виду не в Советском Союзе. Раньше, да. 44 года, конечно, то, что он умер, да еще не при загадочных обстоятельствах, единственным свидетелем была... Жена, его у нее супруга, при этом был нервный припадок. И вообще так и непонятно было, что случилось в Неаполе. Подождите, что-то мы рано его похоронили. Ну, мы его еще не описали в качестве нашего персонажа человеческого, а не только литературного. Вот Иван Киреевский... которые очень... Они дружили. Очень, да, они дружили очень... Конечно, он больше всего дружил с Дельвиком. И, конечно, моя жена сразу спросила, он даже жил с Дельвиком в одной квартире. Что это значит? Но судьба на этот вопрос нам, подонкам бытия, иду. История умалчивает. Умалчивает. Но Дельвик обожал его совершенно. Но Киреевский был замечательный критик. Да. Ну, Иван... Киреевский, конечно. Он был замечательный критик вообще из этой великой семьи Киреевских. Давайте послушаем Диму, что там он писал. Он тут сразу же, Киреевский, ошибается по поводу рождения, но я думаю, наши
слушатели и зрители это поймут немедленно. Баратынский родился в 1800 году, что верно, то есть в один год с Пушкиным, в чем ошибка, да. Оба были ровесники веку, с этим можно согласиться. Это точно. От природы получил он необыкновенные способности. Сердце глубоко чувствительное, душу, исполненную незасыпающей любви к прекрасному, ум светлый, обширный и вместе тонкий, так сказать, до микроскопической проницательности и особенно внимательный к предметам возвышенным и поэтическим, к вопросам глубокомысленным, к движениям внутренней жизни, к тем мыслям, которые согревают сердце, проясняя разум. К тем музыкальным мыслям, в которых голос сердца и голос разума сливается созвучно в одно задумчивое размышление. В первом детстве получил он самое тщательное воспитание. Интересная формулировка сама. В первом детстве. Сколько у нас детств на самом деле, и вот проанализировать, их много. В первом детстве получил он самое тщательное воспитание. Оно много помогло впоследствии развитию его необыкновенно утонченного вкуса. Но молодость его была несчастлива. В далекой Финляндии, посреди дикой и мрачной природы, в разлуке с родными и близкими ему людьми, с неодолимой тоскою по родине, вдали от тех, кто мог бы понять его и утешить сочувствием, печально и одиноко, провел он лучшие годы своей юности. Ну, тут, конечно, Киреевский немножко нагнетает, потому что там были и люди, которые его понимали и любили в Финляндии. Ну, и более-менее регулярные отлучки. Во Фраке он ездил в Петербург. И командующий войсками был расположен к нему. И были у него и товарищи по его службе. Так что, в общем, все было не так плохо. Но и не так. И потом, почему далекая Финляндия, уж не так все так далеко. Ну, мы уже говорили немножко про Финляндию. Ну да, от Петербурга это вообще. Недалеко, да. Ну и. Но это романтическая эстетика. Это романтическая эстетика, потому что все, что не здесь, все далеко. Так, ну что ж, мы тогда движемся дальше, потому что естественно совершенно, что если он в какой-то степени наследник романтической поэзии, хотя естественно он ее перерос. И куда-то ушел, да, куда-то да. ушел, в какие-то далекие степи, то встает вопрос. Вопрос муз. Лечился ли он музами? Вот, лечился ли он музами? Муза – это хорошо. Такая таблетка. Да, такая припара. Припарка такая, муза. И кто такая была его муза? Вообще, так вот, если внимательно углубиться с таким большим вниманием в жизнь Баратынского, то видно, что этот человек, в общем, любил муз и испытывал такое, как где-то промелькнуло слово, влажный пламень по отношению к музам. Вот это, в общем, влажный пламень, это довольно эротично. Но здесь мы сейчас возьмем его тоже классическое. Мы уже сегодня цитировали. Да, вот. И действительно, тут, видимо, речь идет о его жене, но на самом деле речь идет просто о великой поэзии. «Не ослеплен я музою моею, красавицей ее не назовут, и юноши, узрев ее за нею, влюбленную толпой не побегут. Приманивать изысканным убором, искрою глаз, блестящим разговором, ни склонности у ней, ни дара нет. Но поражен бывает мельком свет ее лица необщим выражением, ее речей спокойной простотой, и он скорее, чем едким осуждением, ее почтит небрежной похвалой». То есть, по сути дела, он, в общем-то, о своих стихах. О своих стихах, да. Да. То есть, получается, что муза, в общем, это, он свои стихи видит в зеркале и пишет об этом, и одновременно это зеркало, ну, скажем так, романтически держит его муза. Вот Катя, когда мы готовились к передаче, она сказала,
Слушай, ты в общем, побольше расскажи про этот влажный пламень, потому что... Нет, ты знаешь, я вот сейчас хочу... Я поняла, что мы не взяли стихотворение. Взяли. Там был не влажный пламень. Мы взяли... Это стихотворение, посвященное... моей жены я предложил вопрос 3А. То есть, значит, третий вопрос по поводу того, что было ли у Баратынского... Немало ли любовных стихов. И я сказал, вот мы сейчас одно из этих стихов, вот любовное, которое написано в 1822 году и называется откровенно «Поцелуй». Да. Вот как это звучит. «С детства влекла меня сердце тревога в область свободную влажного Бога. Жадные длани я к ней простирал, темную страсть мою днесь награждая, кротко щадит меня немочь морская, пеную здравия брызжет мне вал». Ну, это уж совсем просто эротика страшная. Ну, но невероятно. Давайте вернемся к поцелую. Как искусно он использует архаику. Архаику для того, чтобы приблизиться. Ведь, у Пушкина архаика для чего? Вот пророк, да? «Восстань, пророк, и вижте, внемли». А совершенно для других целей. Здесь для других целей. Да. Вот, кстати, да, я не обратил на это. Да, ну, я думаю, что у Пушкина тоже, тоже иногда вот эти все... Ну, не все, без того, да. Да, не без того. И Гаврилиада там, в общем, тоже... Хотя она, в принципе, так... Да, да, они вообще где-то сближаются. Они и по жизни очень близко сходились, потом вдруг становились холодны друг к другу. Самое любопытное, что сначала, хотя давайте сначала поцелую, вернемся, а потом уже подумаем о том, что было у них с дружбой Пушкина, об этом тоже у нас есть разговор. «Сей поцелуй, дарованный тобой, преследует мое воображение, и в шуме дня, и в тишине ночной я чувствую его напечатленье. Сойдет ли сон и взор, сомкнет ли мой? Мне снишься ты, мне снится наваждение, наслаждение, обман исчез, нет счастья, и со мной одна любовь, одно изнеможение». Ну, тоже достаточно откровенно. Достаточно откровенно. Ну, вот здесь как раз мы и подходим к теме Пушкин и Баратынский. Ну, то есть ты не хочешь останавливаться на салоне Пономаревой, на том, у них был такой мы можем сказать, что действительно салон Пономаревой, светской львицы, требовал присутствия Баратынского. Баратынский, в общем, отмахнулся, в конце концов, от этого. Он не отмахнулся, он сделал вид сначала, что чары... на него не действует, а потом все-таки попался, судя по всему. Ну, попался он скорее поэтически, но, наверное, попался и человечески тоже. Ну, он стремился соблюдать такую требовательность к себе, очень так подчеркнутую этой. Да, он такой, в общем, был человеком чести в этом смысле, не только военной, но и... чести. Вот очень, целомудренный образ. Ну, это не просто образ, не поза, конечно, да. И, наверное, не было ни позы, ни жеманства, когда он писал, юношам их, так сказать, иступление любовное может быть свойственно, то есть стремиться нужно как раз не к наслаждению, а к счастью, так сказать, счастье. Здесь, кстати говоря, вот тема счастья у него появляется не раз. И такое ощущение, что он действительно в жизни понимал, что он сам несчастен, и пытался определить, что такое счастье. Ну вот, а теперь, значит, мы перейдем все-таки... К Пушкину и Баратынскому. И вот что писал Баратынский о Пушкине. Дим, что писал? «Ты поневоле, милый льстец, очаровательный певец, любви, свободы и забавы, ты, Пушкин, ветреный мудрец, наперсник шалости и славы, молитву радости запой, запой. Соседственные боги, сатиры, фавны, козлоноги сбегутся слушать голос твой».
Певца внимательно обстанут, и гимн веселый затвердив, им оглашать на перерыв мои леса не перестанут. Ну, надо сказать, что здесь все-таки какие-то сомнения в том, что Пушкин прям уж сопричастен гению Баратынского, есть. Но простим Баратынскому, скажем, что все Пушкина он восславил. Хотя ты поневоле, милый льстец, имеется в виду, что, конечно, Пушкин ему наговорил какие-то сладкие слова. Но и... Пушкин ни одного дурного слова, по-моему, о Баратынском. Он сожалел, что как-то они немножко перестали переписываться в конце. То есть, они перестали общаться, но не было никаких... Да, холодок пошел, но тем не менее, вот что замечательно. Вот что замечательно, когда Пушкин сочинял третью главу Евгения Онегина, он вспомнил вот это обращение, видимо, Баратынского, и знаете, как он ответил? Он немало, немного попросил Баратынского, ну, имеется в виду метафорически, перевести письмо Татьяны Конегины, которое было написано по-французски. Ну, понятно, это обращение было внутри Онегина, понятно, что Баратынский тут ни при чем, но одновременно дает характеристику Баратынскому, почему он обращается к нему. Ну, да. И все-таки имя Евгений, я думаю, что мы с тобой уже об этом говорили, ты не согласился. Ты сказал, что Евгений в целом такое поэтическое имя, рифмующееся с гением и так далее. Но Евгений, что Онегин. Это не Баратынский. Но все-таки... Ну, у Онегина не с Баратынским общего, нет, пожалуй, нет. Ну, я имею в виду, что имя. Ведь да Пушкин же рисует профили Баратынского. Так, да, рисует, но не в черновиках Евгений. Ну, он рисует. Причем не один раз. Ну, можно сказать, что, наверное, какие-то пересечения были, но Онегин не Баратынский. Точно. Ну, это не... точно. И да, было... точно. Онегин был очень рано замыслен вообще. То есть, Пушкиным. Это не знаю, насколько тогда еще Баратынский был в его друзьях. Итак, мы читаем. Ну, вот он его зашифровал, да? Да. «Певец перов и грусти томной, когда б еще ты был со мной, я стал бы просьбой нескромной тебя тревожить, милый мой, чтоб на волшебные напевы переложил ты страстные девы и наплеменные слова. Где ты? Приди, свои права передаю тебе с поклоном, но посреди печальных скал, отвыкнув сердцем от похвал, один под финским небосклоном он бродит, и душа его... не слышит горя моего». Вот как. Интересно. У кого же горе-то? Значит, и у Пушкина тоже тут возникает горе. Не только потому, что не переведена, естественно, Татьяна на русский язык. Я имею в виду ее письмо Онегину. Значит, тут, конечно, много что зашифровано. Ну вот. Значит, мы уже говорили о том, что Надежде, Николай Иванович, который никому не известен, статский советник, вот, философ от чиновничества философского, назвал и того, и другого, и Баратынского, и Пушкина прыщами. Но не расшифровал, по крайней мере, не написал это в каком-то журнале и в длинную статью по этому поводу не изобразил. Ты имеешь в виду кто? Ну, я имею в виду Белинский, наш великий Белинский, жутко обозлился на Баратынского, потому что я вообще увидел, Дим, я вообще увидел в Белинском такую литературную полицию, которая ходит со свистком и кричит: «Так, стой, значит, стрелять буду, если не будешь писать про освобождение России от крепостного права, будь социальным поэтом». То есть, он подгоняет Баратынского к участию в общей жизни. И жутко обиделся на его последний сборник «Сумерки». Об этом мы еще поговорим, об этом сборнике. А вот что Баратынского, которого сначала он очень восхвалил, Белинский, а потом он понял, что ой-ой-ой, этот парень явно не идет в ногу с духом демократического
Разночинство. Да, да. Да, читая эти два тома, вы видите, что они написаны человеком, для которого жизнь была не сном, который мыслил, чувствовал, которого занимали и интересовали предметы человеческого уважения, но ни одно из них не западет вам в душу, не взволнует ее могущую мыслью, могущим чувством, не истомит ее сладкую тоскою и не наполнит тревожным упоением, от которого занимается дух и по телу пробегает электрический холод. Я не хочу сравнивать в этом отношении господина Баратынского с Пушкиным. Такое сравнение было бы недобросовестно. Есть и у господина Баратынского несколько замечательных стихотворений, но одни из них хороши по мысли, но холодны, а все вообще оставляют в душе такое же слабое впечатление, как дуновение уст на стекле зеркала. Оно легко и скоро приходящее. В наше время, холодное прозаическое время, надо в поэзии огня да огня, иначе нас трудно разогреть. В числе необходимых условий, составляющих истинного поэта, должна непременно быть современность. Поэт больше, нежели кто-нибудь, должен быть сыном своего времени. Поэт больше, чем поэт, сказал Евтушенко. Да-да. Через много-много лет. Да, это интересно, что там еще были, конечно, у Белинского и другие выпады, вот именно связанные с «Сумерком». Он заподозрил, что Баратынский против прогресса. Против прогресса, против просвещения, против всего, напал на него яростно, буквально с кулаками. Я думаю, что все это было ошибкой. Наоборот, со стороны Белинского, наоборот, Баратынский увидел вот эту опасность Железного века 19-го, вот это стремление к уравниловке, которое мы сейчас наблюдаем изо всех сил, стремление к тому, что, в общем, упростить или лимитировать. К автоматизации. Да, культуру и так далее, и так далее. Стремление такое, что... В общем, это приходит к какой-то переоценке ценности, и вот действительно иногда превращает, тоже приведет их к страшным трагедиям. Вот это вот упрощение человека, сужение его до каких-то функций социальных, политических и так далее, отражается со всем ужасом в каких-то вещах, связанных и с терроризмом, и мы вот... Ну, видишь ли, Белинский все-таки нападает не в этом смысле, а говорит, что холодны, что огня нет. Нет, мы так, говорим может быть, про мы... эту цитату. Мы говорим про эту цитату. А вот ту, что он написал, то есть то эссе, которое он написал по поводу на «Сумерек», это вот уже была борьба за Железный век против Баратынского. Но, по сути дела, Пушкин же в свое время в каком-то смысле ответил Белинскому в том плане, что он о Баратынском рассуждал как, что тот не угождает велением времени, да, моде какой-то, требованием времени. Он за этим не спешит, не, так сказать, стремится. И в этом смысле... работает сосредоточенно над другими вещами. Это верно. Но здесь вот, мне кажется, Баратынский один из тех ранних предупредителей, что ли. Да, были такие, конечно, и во Франции тоже, которые заметили, что мир куда-то не туда идет. Но вот Баратынский у нас в России был, наверное, единственный, который это не поставил с точки зрения служения правительству и власти, а с точки зрения философской идеи упрощения человека, которую в конечном счете действительно мы все стали жертвами этого упрощения в 21 веке. Ну, тут уж много всего, на самом уж, деле. Да. Это не то, чтобы философская идея, так это сказать. Правда. Это фундаментальные вещи. Это фундаментальные вещи, он до них дотронулся. Экзистенциальные. Да, да, да. Вообще он такой вот экзистенциальный совершенно поэт. Удивительно, как можно вообще сказать, что он предвестник экзистенциализма. Ну, да. Недаром он встречался с французскими писателями, да.
во время своей поездки именно с ними. И с ними нашел общий язык, и даже себя перевел на французский тоже легко, но неплохо языки. Вот я хочу тут вернуться сейчас к сравнению Пушкина и Боротынского. Я хорошо знал Сергея Бочарова, он работал в том же институте, что и я, Институт мировой литературы, был прекрасным пушкинистом вообще, очень ярким человеком, к сожалению, уже ушел в другой мир. А здесь он говорит о том, что мой дар у Бог, знаменитое стихотворение Боротынского, можно сравнить с памятником Пушкина. Но мы не будем читать оба стихотворения, понятно, что Пушкина мы хорошо знаем. А вот давайте вот посмотрим, насколько прав Бочаров, когда он говорит, что вот это мой дар у Бог является памятником. В какой-то степени, я думаю, он прав, а может быть и преувеличивает что-то. Дим, пожалуйста. «Мой дар у Бог, и голос мой негромок, но я живу, и на земле мое кому-нибудь любезно бытие. Его найдет далекий мой потомок в моих стихах. Как знать, душа моя окажется с душой его в сношенье, и как нашел я друга в поколенье, читателя найду в потомстве я». И вот он нашел нас, вот Катю, Диму, меня. Нашел вот в Берлине здесь. И мы сказали: «Привет, Евгений, привет». Вот, так что... Ну, это скромность, это требовательность, да. Это... Здесь нет этой патетики. И все-таки и предвидение. И предвидение, да. И предвидение. У Пушкина, конечно, это все монументальнее звучит, а здесь в нем, опять-таки, вот этот экзистенциальный корень. Вот перед передачей, Дима, посмотрев еще раз, значит, наши зарисовки к передаче, сказал о том, что Сергей Кондлевский, современный поэт, прав. А вот в чем прав Сергей Кондлевский, вот Дима нам и зачитает. «Слог и синтаксис Боротынского не по-пушкински архаичны, но когда мне много лет назад предложили угадать автора строк «Зима идет и тощая земля в широких лысинах бессилья», я, предчувствуя подвох, все-таки назвал Заболоцкого. А слова «О, спи, безгрезно спи, в пределах наших льдистых», кажется, хотят быть произнесенными голосом Иосифа Бродского, отдаленного потомка Евгения Боротынского. Ну да, в общем, верно, верно. И замечание верно у Кондлевского. Прямо скажем, что здесь что-то есть из Заболоцкого, да, вот это вот поразительно, да, широких, да, лысинах, бессилия. И это поразительно. Пушкин так бы не написал. Не написал. И Лермонтов не, да, написал. И Лермонтов. Кстати, Лермонтов он встретил один раз в жизни и прошел мимо. Да-да-да, было совершенно... Пожал руку и не понял. Итак, наступает теперь, значит, важный этап нашей передачи. В чем же новаторство Боротынского? В чем же новаторство Боротынского? И вот как это неудивительно, это именно Боротынский первый в русской литературе создал сборник стихов. Не просто стихи, стихи, стихи и точка, а сборник стихов, где одно стихотворение продолжает другое, развивает, переливается и так далее, и так далее. И опять-таки возьмем Сергея Бочарова в качестве нашего гида по этому сборнику «Сумерки», который вышел за 2 года до смерти. Ну, я бы сказал, именно книга стихов, да, даже не столько сборник, где книга там собрано, что, да. Книга стихов, да. Единая, да. Да. «Сумерки» стали одной из первых книг стихов в сегодняшнем ее понимании. Была найдена новая большая форма, не стесненная жанровыми традициями, дававшая возможность глубоко индивидуального разговора с читателями. Вероятно, именно «Сумерки» дали Киреевскому окончательное право сказать о Боротынском. Такие люди смотрят на жизнь не шутя, разумеют ее высокую тайну, понимают важность своего назначения и вместе неотступно чувствуют бедность земного бытия. Это книга о слабости человека, о трагизме, его одинокой и обреченной схватке с судьбой, и вместе с тем о неведомых, несообщаемых миру источниках его бесстрашия,
его душевной защищенности и стойкости. Паразитный язык сумерек с такой властной уверенностью передает самые сложные человеческие состояния, что в стихотворениях начинают звучать не только торжественные, но почти торжествующие ноты, заметно усложняющие и углубляющие общий тон книги. Замечательно Бочаров написал. Мы уже идем в сторону завершения, и поэтому я хотел бы перескочить через какие-то другие вопросы и задать вместе с Катей вопрос, в чем заключается философия Бородинского. Да, вообще-то было бы хорошо послушать еще немножко Бородинского. Но вот это просто мы хочется сделаем. Услышать. Это мы сделаем. А вот мощные стихи, которые вопреки критике. Вот Бородинский тут уже выступит как философ, Бородинский об истине. Дим, посмотрите, пожалуйста, и прочитайте нам, почему нет истины, начинается. Все мысль да мысль, художник бедный слово, о, жрец ее, тебе забвенья нет, все тут, да тут и человек, и свет, и смерть, и жизнь, и правда без покрова, резец, орган, кисть, счастлив, кто влеком, к ним чувственным за грань их не ступая, есть хмель ему на празднике мирском, но пред тобой, как пред ногим мечом, мысль, острый луч, бледнеет жизнь земная». Ну вот, Катя, по просьбе Кати, мы продолжим чтение стихов Бородинского. Мы в начале передачи говорили о том, что для Бородинского люди – это недоноски духа. Вот давайте возьмем это стихотворение, где он нам про это и рассказывает. «Я из племени духов». «Я из племени духов», получается, такое ударение. «Я из племени духов, но не житель Эмпирея, и едва до облаков, возлетев, паду слабее. Как мне быть? Я мал и плох, знаю рай за их волнами, и ношусь крылатый вздох меж землей и небесами». Кстати, крылатый вздох – это отлично. Вот тоже у Пушкина бы этого не возникло, такого определения самого себя. Крылатый вздох. Круто. Блещет солнце, простите. Да-да, блещет солнце, радость мне, с животворными лучами я играю в вышине, веселыми крылами, ластюсь к ним, как облачко, пью счастливо, воздух тонкой. Мне свободно, мне легко, я пою, и пою я птицей звонкой, но ненастье заревет, и до облак свод небесный, омрачившись, вознесет прах земной, и лист древесный, бедный дух, ничтожный дух». Дуновенье роковое вьет, крутит меня, как пух, мчит под небо громовое. Я хочу немножко отшагнуть назад в наших записях. Дим, посмотрите, вот запись 12-ю. Да-да. Где... Вот я бы хотела, наверное, этим и закончить, ну, это потому очень... что она настолько сильная. Где Бородинский что... рассказывает. Я вот хотел этого избежать, ну ладно. Что делать? Давайте я. Нет, Дима, пусть не избегает. Живи живой, спокойно, тлей мертвец. Всесильного ничтожное создание, о человек, уверься, наконец, не для тебя ни мудрость, ни всезнание. Нам надобны и страсти, и мечты, в них бытия, условия и пища. Не подчинишь одним законам ты и света шум, и тишину кладбища. Природных чувств мудрец не заглушит и от гробов ответа не получит. Пусть радости живущим жизнь дарит, а смерть сама их умереть научит. Ну что, красиво, жестко, можно сказать, на все века, на все время. Конечно, Бородинский удивительный поэт. На все века, абсолютно. Да. Абсолютно и актуально. Я пожелаю нашим слушателям, нашим зрителям открыть Бородинского. Книжка есть, естественно, в компьютере, легко его найти. Почитайте. Он даст вам силу каких-то переживаний и душевных, и духовных, и умственных, и чувственных, каких угодно. Он сильный поэт, и я очень рад, что мы
сделали о нем нашу передачу. Год, между прочим, годовщина в этом году, да, если считать... По смерти. Да, 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 да. Ну, мы сделали это просто в честь того, чтобы пусть радости живущим жизнь дарит, а смерть сама их умереть научит. Спасибо. Всего доброго, до новых встреч. Всего доброго.